Это линия продуктов по уходу за кожей. Вся процедура по уходу состоит из 4 простых шагов утром и 4 вечером. Все продукты линии обогащены экстрактом алоэ. Тесты на животных не проводились. В их состав входят только натуральные компоненты самого высокого качества. Все продукты созданы для глубокого увлажнения и питания кожи. С возрастом кожа начинает терять свою эластичность, она становится дряблой, сухой, а морщины становятся более заметными. Когда мы наносим увлажняющий крем, питаем ее, коллаген и межклеточное вещество ткани становятся сильнее, а морщины, соответственно, менее заметными. Таково основное действие этих продуктов. Мы также обогатили наши продукты особыми ингредиентами, которые борются со всеми проблемными участками кожи на вашем лице. Перед вами пудра и тонизирующий активатор для приготовления тонизирующей маски для лица с омолаживающим эффектом. Мы смешиваем эти две составляющие и получаем маску. Немного пудры, немного активатора. Я обычно смешиваю в пропорции 1:1. Вы можете смешивать в той пропорции, в какой вам нравится. Можно сделать более густую маску, можно менее густую. В набор входит щеточка, с помощью которой вы смешиваете компоненты и применяете примерно раз в неделю. Это подтягивающая маска. Она подтягивает мышцы лица. Например, если вы хотите подтянуть живот, вы качаете пресс, так? Вы тренируете мышцы и подтягиваете кожу. Примерно то же происходит и здесь. Если вы хотите подтянуть кожу вокруг глаз, нанесите маску на эту область лица. Сделайте немного упражнений на мышцы лица и расслабляйтесь. Подержите маску 20-30 минут. Я рекомендую делать эту процедуру вечером. После нанесения маски вы можете расслабиться на диване, посмотреть телевизор, почитать, в то время, пока маска будет делать свое дело. Через несколько минут, когда маска начнет подсыхать, вы почувствуете ощущение подтягивания. Это происходит сокращение мышц. Утром вы начинаете день с этой пенки для глубокого очищения кожи. Это незаменимая вещь, прекрасно очищает кожу и загрязненные поры, удаляет макияж, не оставляя при этом ощущения стянутости и сухости. Пенка выдавливается на руку путем нажатия на дозатор. Нанесите ее на лицо, слегка помассируйте и смойте теплой водой. Далее вы продолжаете процедуру ухода с помощью питательной сыворотки. Этот замечательный продукт прекрасно увлажняет, так как состоит из всех 4 известных науке высококачественных увлажняющих компонентов, растительных экстрактов и антиоксидантов. Наносите его на лицо, шею и область декольте. Следующий шаг – крем для контура глаз. В состав этого крема входят 2 особых компонента. Первый компонент осветляет кожу под глазами, избавляя вас от темных кругов. Второй сокращает морщины и припухлости вокруг глаз. Таким образом, это средство решает все проблемы, которые могут возникнуть в области глаз. А результат вы сможете заметить очень скоро. Одним из компонентов этого средства является витамин С, который является сильным антиоксидантом и осветляет кожу вокруг глаз. И последний шаг – увлажняющий крем, замедляющий процессы старения, отлично подходящий для увлажнения всех типов кожи – сухой, жирной и нормальной. Наносите его через несколько минут после нанесения сыворотки. Нанесите его на кожу лица, шеи и область декольте. Примечательно в этом продукте то, что в его состав входит компонент, который называется матриксил, борющийся со старением и сокращающий морщины. Уже через 2 месяца использования крема морщины сокращаются до 45%. Это очень сильное средство против морщин. Это был утренний уход. Есть какие-либо вопросы? Это очень просто, быстро. 4 шага, 3 минуты и все.
Что касается вечернего ухода, он очень похож на утренний. Вы начинаете с пенки для глубокого очищения кожи. Затем еще один продукт – сыворотка от глубоких морщин. В дополнение ко всем увлажняющим средствам, о которых я говорила раньше, в состав сыворотки входит компонент под названием Ergirulin с эффектом ботокса. Наносите ее на проблемные зоны – на лоб, внешние уголки глаз, рта, и через некоторое время вы увидите результаты, как после использования ботокса. Сыворотка действует таким же образом, что и ботокс – стимулирует мышцы, а вы замечаете, что морщины исчезают. Через 2 недели вы увидите заметные изменения, а через 4 недели глубокие морщины уменьшатся до 27%. Следующий шаг – увлажняющий крем, замедляющий процессы старения. И вновь 4 шага – 3 минуты. Есть какие-нибудь вопросы? Нужно ли использовать средства для снятия макияжа до применения глубоко очищающей пенки? Я думаю, что пенки будет вполне достаточно. Старайтесь, чтобы она не попала в глаза. Да, пенки будет достаточно. Повлияет ли использование крема для контура глаз каким-либо образом на нанесение макияжа? То есть макияж должен быть менее насыщенным или... Нет, это достаточно легкое увлажняющее средство, которое довольно быстро впитывается в кожу. Так что проблем с нанесением макияжа быть не должно. Если все-таки есть какие-то проблемы, просто подождите минутку-другую перед нанесением макияжа, пока средство полностью не впиталось. Текстура продуктов легкая, быстро впитывается в кожу. Как маска? Вы уже чувствуете натянутость? Да. Хорошо. Это ощущение продлится до тех пор, пока маска совсем не высохнет. А вы в это время можете смотреть телевизор, расслабляться в течение 25-30 минут, а затем просто сполоснуть лицо теплой водой. А сейчас давайте мы пойдем смоем маску. Мы ее смоем или можно просто содрать, как пленку? Я бы не рекомендовала вам ее сдирать. Знаете, когда кожа натянута, любое движение может вызвать ее раздражение, покраснение. Лучше смыть ее водой. Хорошо. Ну как, вы ощущаете разницу между вашими руками? Да, я ощущаю огромную разницу. Эту вещь можно купить и применять даже для рук. Нанести его на лицо и руки и расслабиться. Все-таки по рукам определяют возраст женщины. Да, да, да. Разница? Даже на вид рука, на которую была нанесена маска, выглядит лучше. Выглядит более увлажненной по сравнению с другой рукой. Да, я чувствую разницу. И по ощущениям тоже. Да, она стала мягче. Да, и это уже после первого нанесения. Вы можете представить, что будет через месяц применения. Это так здорово. Следующий продукт тоже очень примечателен. Он называется крем-пилинг для лица. Я собираюсь продемонстрировать его тоже. Смотрите, я беру его совсем немного, кладу на тыльную сторону вашей руки и попрошу вас втирать его круговыми движениями в кожу. И втирая, вы уже можете почувствовать, как сходят хлопья отмерших клеток кожи. Да, я уже чувствую. Посмотрите. Интересно, что это средство имеет тот же эффект, что и пилинг с использованием альфа-оксикислот или микродермошлифования, даже больший. Он не такой грубый, как скраб. Удивительно эффективен. Ваша кожа становится мягкой, как у младенца, сразу после того, как вы смоете средство водой. Когда вы трогаете кожу, вы чувствуете, что она стала мягче. Его просто нужно втереть в кожу? Да, просто втереть в кожу, сполоснуть водой. Нанесите средство на лицо совсем немного, поскольку оно очень сильное. Втирайте в течение 3-5 минут. Сполосните теплой водой и переходите к следующим процедурам. Понятно. А как часто использовать? 2-3 раза в неделю используйте крем-пилинг, раз в неделю наносите маску, каждый день утром и вечером ухаживайте за кожей.